Настал новый день и всем добрейший утрячок. Статуя Будды. Я вчера там была. А сейчас я иду в дождевой лес. Смотреть на пиявок, лягушек, змей, ящериц и прочую живность. Покупаю билетик в дождевой лес. Записали мои данные, чтобы я не потерялась в лесу, из какой страны, сколько человек. И стоимость моего билетика еще неизвестна. Я дала 1000 рупий. Сколько мне дадут сдачи? Это карта, чтобы не потеряться. 660 рупий. Вот так. В дождевом лесу сегодня дождя нет. Хорошая погода. Светит солнышко, поют птички. Гулять очень нравится. Лес достаточно густой. Тропинки прочищены, но если сойти с тропы, то сложно будет пройти по лесу. А я подумала, что это в болоте змея. Но нет, это какая-то коряга. Здравствуйте, товарищи обезьяны. Я к вам в гости зашла ненадолго. Вас тут такое количество огромное. Все шевелится рядышком. Они такие забавные. Им как будто бы до меня нет никакого дела. Но на самом деле они ждут, когда я что-то недосмотрю и украдут. Обезьяны на всех ветках. Снизу, сверху, справа, слева. И у них такие внимательные глазёны. Они так пристально наблюдают за мной. Полные щечки каких-то орешков у них на запас. С виду очень безобидное создание. Коричневое на коричневом плохо видно, и кажется, что их здесь немного. Но на самом деле, поверьте, их тут очень много. Очень. Эта мафия просто везде. Слева, справа их столько много. Внизу находится храм Зуба Будды, в котором я была вчера. Сейчас идет пуджа, которую я видела вчера. Впереди статуя Будды, у которой я тоже была вчера. И озеро, которое я вчера вот так вокруг обошла. Видела там много интересного. И, если честно, намного больше интересного возле озера, чем в лесу. Пока кроме обезьянок и одной гусеницы,
я никого не встретила. Но такие же обезьянки и гусеницы встречались мне и в других местах. Здесь тусит охрана, не дай бог. Внизу храм. Здесь, я так полагаю, есть вход бесплатный. Так, и, по-моему, вот эта дорога ведет вниз к озеру. И там контроля нет. Значит, можно пройти бесплатно. У меня-то билет уже есть, но может кому пригодится. Я вышла в чей-то дом. У людей живут хрюшки. Вот они. Боже, как интересно. Я люблю все знать. Мне просто интересно узнать, как пробраться в парк бесплатно. Как платно в него пробраться, это понятно. А вот как бесплатно, это интересно. Мне вниз надо обязательно. Мой пытливый ум не дает покоя. Как это только один вход в лес? Как это только один и платный? Где-то же есть второй бесплатный. И мне это обязательно надо знать. Не важно, что я уже купила билет. Важно, что я ищу второй вход. Звук барабана. Я победила судьбу. Я его нашла. Я его нашла. Вот здесь вчера собирали ягодки. Вот храм. Вот вход в лес. Вот он, этот волшебный вход. Опять иду по этой тропе, только уже не вниз, а вверх. Все, что хотела, я узнала, разведала. А теперь можно спокойно идти и смотреть дождевой лес. В общем, выход свободный, а вход нет. Но у меня-то есть билет. Мне свободный. На дереве растут джекфруты. Их много. С десяток, нет, больше. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Как в магазине. Только свежее. Звуки леса такие успокаивающие, такие приятные.
светит солнышко, поют птички, сверкотят какие-то сверчки. Дорогу очень часто перегораживают старые лианы или упавшие деревья. Вокруг меня постоянно что-то летает, и это что-то пытается меня укусить или кусает. Лес выглядит диким и безлюдным. Так растет черный перец. Пока что он еще зеленый. В дождевом лесу не так много обитателей, как я думала будет, поэтому приглядываюсь ко всяким мелочам. Смотрю на жучков, паучков, червячков. Меня покусали пиявки. Они совершенно незаметны на фоне опавшей листвы. Но они есть, их здесь много. Вот такая живность тут водится. И эта живность кусается. Она ходит прямо по дороге. Цепляется к ногам. Незаметно. И кусается. Я вся в кровище. Гады такие, покусали меня. Оно не больно на самом деле, просто кровь не останавливается. Я заметила, скинула пиявку, а кровь идет и идет уже минут 20. Здравствуйте, сторожевые макаки. Я иду в музей, который находится на территории дождевого леса. Интересно, что там за экспонаты? Сейчас гляну. Вот этот лес дождевой. Вот его границы. А красненьким обозначены, наверное, тропы. Это храм Зуба Будды. А вот здесь нычка в лес. Тут-то, конечно, и тут есть нычки везде. Их много, но я нашла пока только одну.
Вот храм, и отсюда я спустилась, а потом поднялась. Такого я еще не видела. Вот это я видела при входе. Это фотка в былые времена. Откуда тогда фотки? Хай. Это национальная птица, это национальное дерево, а это национальный цветок. Хай. Хай. Такую бабочку я фоткала, такую тоже. Таких очень много было, и желтенькие были. Да всех я их уже фоткала. Кингфишера фоткала. Такое не видела, такое видела. Тоже не видела, видела. Не помню, не видела. Из этих красавцев я не видела почти никого. Вот две верхние позиции я видела, а остальное я не видела. Из земноводных это чудище видела, и это чудище видела, и это чудище видела. Такое не видела, и остальное не видела. Тарантул в баночке. Ужас. Чучело кошки. И мышки летучие. За неимением крупных экспонатов приходится снимать всякую чепухню. Маленький олененок-то.
Лес красивый, дикий, мне нравится. Надеюсь, понравится и вам. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии. И пока-пока! Yeah.